Беребал Төө Ашуу 138-136 чакырымда азыр. Кар абдан калың түшүп. Из-за продолжительного снегопада Министерство транспорта ограничило движение грузовых автомобилей через перевалы Туашу, Алабель и Утмёк. Отметим, что машины, ранее заехавшие на Туашу и Утмёк, не смогли пересечь перевалы и остались на дороге. В результате возникли пробки. На некоторых постах, в том числе Сосновка, Утмёк, вчера были введены ограничения для грузовых автомашин. И, соответственно, сейчас дорожные службы непосредственно занимаются подсыпкой инертных противоскользящих материалов на перевальные участки, а также занимаются уборкой снега. Вчера на посту Сосновка было введено ограничение для грузовых автомашин, но сегодня с утра ряд автомашин, значит, проехали этот участок, и, соответственно, они перед перевалом Туашу, около туннеля Кольбаева, соответственно, встали и не могут проехать, так как толщина снежного покрова уже составляет 29-30 сантиметров. По данным Минтранса, на перевале работает спецтехника по очистке автодороги. На посту Сосновка автодороги Бишкек-Ош ввели ограничения для проезда большегрузных транспортных средств с 22.00 14 октября. Қырғызстан түндік мемлекеттік ишханасында бүгінгі күнде 360-тың тегерегіндегі. На сегодня госпредприятие подготовило более 300 единиц специальной техники. Часть уже работает на перевалах. Также подготовлено 80 тонн инертных материалов. Хотелось бы обратиться к водителям перед выездом на трассу поменять летние шины на зимние, так как машины на летних шинах мешают работе спецтехники. Добавлю, что все дорожные эксплуатационные службы в этом районе работают в усиленном режиме. Тем временем гидрометслужба распространила экстренное сообщение, предупредив, что нестабильная погода продлится еще два дня. В некоторых регионах может понизиться температура воздуха. С завтрашнего дня в Ошской, Баткенской и Джалалабадской областях пройдет сильный дождь, а в предгорьях гор он может перейти в снег. Кроме того, аналогичная погода ожидается и в Чуйской долине. 17 и 18 октября ночные и утренние часы ожидаются заморозки в долинной зоне Чуйской области и предгорных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей. Такие заморозки опасны для плодовых культур, овощных культур. Как сообщили в УОБДД Чуйской области, ограничения для проезда фур еще не сняли из-за погодных условий. На перевалах идет снег и пурга. Водители легковых авто просят быть осторожными и соблюдать дистанцию 500 метров. Эрмек Куренкеев, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.